Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим пирог зебра. Очень легко готовить. Давайте начнем. Берем 4 яйца, щепотку соли, сахар 180 грамм, пол чайной ложки ванилина, хорошенько взбиваем. Потом добавляем сметану 15%, 250 грамм. В это время муку смешиваем с разрыхлителем. Дальше добавляем масло сливочное растопленное 100 грамм. А в конце сухие ингредиенты. Хорошенько перемешиваем. Тесто готово. Потом тесто делим на две части. К половине добавляем какао 2 столовые ложки без горки. Хорошенько перемешиваем. После добавления какао тесто становится плотным, поэтому добавляем 1 столовую ложку сметаны. На середину формы выкладываем 1 столовую ложку светлого теста, потом темного, и так чередуем, пока не закончится. Друзья, у меня форма 32/24, но если вы хотите получить более высокий пирог, возьмите форму размером меньше. Подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, будет много интересного. Ставим заранее разогретую духовку на 180 градусов на 35-40 минут. Готовность проверяем методом сухой палочки. Все, друзья, ароматный вкусный пирог готов.